В предыдущем ролике я сняла обои и поклеила метровые однотонные обои. После высыхания увидела, что мои обои подчеркнули все нюансы стены. Как потом я выяснила, что эти обои с блеском, без рисунков, они клеятся только на идеально ровные стены. Я приняла решение снять эти обои и найти для себя другой вариант. Попыталась найти в магазинах города вспененные обои. Такие раньше клеились на эту стену, и все было хорошо. Но вариантов обоев вспененных в магазинах было очень мало, и они мне не понравились. Совершенно случайно в магазине своего города я увидела жидкие обои. Очень милая девушка-продавец научила меня ими пользоваться. Сразу же рассказала о всех нюансах. Я ей показала фотографии моих стен, что предыдущие обои, как вот они выделили, она меня заверила. С жидкими обоями такого не будет. Все нюансы они скроют. И плюс такой приятный бонус, никаких швов не будет. В магазине сразу было посчитано, сколько мне потребуется таких обоев. Я купила один мешок с запасом. Забегая вперед, скажу, что мне не хватило и этого мешка, и еще два раза по мешку я ездила, докупала. Каждый раз мне казалось, что вот сейчас точно мне этих обоев хватит. Но так как я наносила достаточно плотным слоем, можно сказать, что я обоями жидкими выравнивала свои кривые стены. Клеила я жидкие обои целых 4 дня. Именно из-за того, что мне приходило раствор замачивать. Конкретно ту фирму, которую я использовала, надо было замочить на 8 часов. После чего можно было наносить. Наносить достаточно легко, но это очень долгая работа. Потом еще 4 дня мои обои сохли. Но могу вам сказать, это того стоило. Результат мне понравился. Единственное, что... большой расход. Так что лучше наносить обои, хоть маломальски, но подготовленные стены. Потому что жидкие обои, они не дешевые. И если вот так вот использовать, как я, не жалея, достаточно дорого выходит. Thank you.
все высохло, на пятый день вся стена высохла.